И переходим. Поехали. Что-то давно мы не показывали автомобильных симуляторов, вам не кажется? Не зря я завел с вами разговор на эту тему. Сегодня у нас Turbo Outrun, что в переводе означает турбообгон. Что турбо, то правда, все так и мелькает в глаза. К концу игры, ближе к финишу, едешь уже благодаря инстинктам, так как знаешь все повороты наизусть. Мозг в процессе игры не участвует, так что можете вынуть его и засунуть в банку со спиртом. Ну да ладно, шутки в сторону. Давайте поговорим о серьезном, об игре. Судя по названию, игра является продолжением той самой Outrunners, которую мы как-то показывали. Turbo Outrun слаба в тех же местах, что и первозданные Outrunners, а именно в поворотах. Да вы и сами увидите, на поворотах ваш автомобиль будет терять управление, и вы на полной скорости будете вписываться либо в голубые ели, либо в медленно едущий впереди грузовик. Цель игры — исколесить всю Америку вдоль и поперек. Вы побываете во всех крупных городах, что, честно говоря, в игре совершенно не чувствуется. Представьте такую ситуацию. Вы едете по безлюдной дороге в пустыне, и вдруг кардинально меняется пейзаж, появляются неоновые рекламы, огни, большие здания, и вам сообщают, что вы, оказывается, в Лас-Вегасе. Оригинально. Проехав трассу и уложившись в заданное время, вы получите призовые очки. Теперь вы можете использовать Nitro или турбоподдув, кому как нравится. Визуально это выражается так. Из-под вашей машины вырывается сноп искры и огня, и вы получаете так необходимые для победы в этой решающей гонке ускорение. Ну ладно, мы переходим к более увлекательному продукту. Вы хотя бы раз в жизни смотрели мультсериал всех времен и народов? Нет, не Бивис энд Баттхед, а Симпсоны. Ну так вот, внутри сериала существует еще один мультсериал под названием The Itchy and Scratchy Show. Шоу «Щекотки и царапки». Идею игры вы поймете, увидев красочные веселые мультставки, которые вам будут показывать перед каждым уровнем. Охарактеризовать шоу «Щекотки и царапки» можно как Том и Джерри без цензурных ограничений. Главные герои — мышь и кот, щекотка и царапка соответственно. Вы играете за мышь. В вашем распоряжении тяжелая кувалда и хитрость мыши. Первый уровень — доисторические времена, пародия на Флинстонов. Путем набора соответствующих призовых иконок вы можете поменять молоток на тяжелую кость, затем кость на бумеранг, бумеранг на гранату, а гранату на гранатомет. Представляете, как круто в каменном веке иметь гранатомет? Босс первого уровня, как и во всех остальных, ход царапка. Правда, он каждый раз предстает в разных ипостасях. В первом уровне, например, он на черепахе с каменными колесами, а во втором — на троянском коне, ну и так далее. Как вы сами понимаете, надеюсь, вам придется пропутешествовать по всем временным эпохам. В такой компании, скажу я вам, это более чем весело. Данная игра является продолжением игры Echo the Dolphin, а если говорить конкретнее, то является вариацией для самых маленьких геймеров. История эта началась тогда, когда Эко был еще совсем не дельфином, а мальком, и ходил в дельфиний детский сад. Были у него друзья, другой такой же маленький дельфин и касатка. Как-то, плавая в океане, Эко наткнулся на кристалл, который оказался существом разумным и, мало того, умел разговаривать. Кристаллоид попросил у Эко помощи, а взамен обещал исполнить одно желание дельфина. Но это уже сказка какая-то получается. Поймал Эко кристаллоид, а тот и говорит: «Отпусти до меня, Эко!» и так далее. А было у Эко одно желание. Он слышал, что есть где-то бескрайнее море, а в нем плавает мудрейший синий кит. Ну так вот, Эко попросил кристаллоид организовать ему встречу. Взамен на помощь, разумеется. В игре 18 уровней, один легче другого. Требуется от вас выполнить пустяковые задания, вроде, например, того. Привести потерявшегося морского конька к родителю. К каждому уровню имеется код, состоящий из трех букв.
Как я уже сказал, игра для младшего школьного возраста. Подсказки к действию даются прямо на экране. В общем, я не думаю, что у вас будут особенные проблемы.